Hare Krishna.
Thank you.
Екатеринбурга. Не следует расходиться, по крайней мере, ближайшие 3 минуты, потому что надо же понять, что здесь было. А здесь происходит воспевание имен Бога. И это очень интересное мероприятие, которое дает очень важную вещь. Сейчас я тут немножко освобожусь от проводов. Так вот, вот смотрите, люди же все, вот сюда все пришли за счастьем. Только не думайте, что это не так. Если бы счастье было там, откуда вы пришли, что бы вы тут делали? И люди ищут счастье где? Вот в пиццерии, где-то в магазинах. Ну, что-то хотят купить, порадовать себя, просто походить по улице. И вот в этом состоянии, в этом настроении нам кажется, что все хорошо. Мы думаем, что мы защищены. У нас есть счет в банке. Ну, у кого есть, конечно. У нас есть дача, несколько квартир. Сейчас люди покупают квартиры про запас. Есть дети, есть жена, у кого муж. И нам кажется, что все это вот дает нам состояние защиты и свободы в этом мире. Но на самом деле это эфемерное счастье. В любую секунду все это может лопнуть. Люди пытаются во всем найти эту защиту, но она не дает. Потому что в конечном итоге приходит что? 3 вещи неприятные приходят каждому человеку в этом мире. Я буду сейчас называть, вы будете отгадывать. Первое – это болезни, которые приходят не спросясь. Даже если у вас замечательное здоровье, вот у меня, видите, голоса нет, простыл. Вчера был здоров, сегодня уже больной. Приходят болезни, потом приходит старость, ко всем приходит. И потом приходит последняя неприятность, всем неприятностям неприятность. Это смерть, правильно? Поэтому на Земле 100% смертность. И самое большое чудо на Земле заключается в том, что люди каждый день ее видят. Каждый день видят смерть, открывают интернет, и кто-нибудь все время умер. Но все живут так, как будто будут жить вечно. Так вот, и люди не хотят об этом думать. Для стариков время летит стремительно. Там день за неделю идет. Молодежь еще ничего не понимает, им кажется, что это будет когда-то очень и очень далеко.
Но это просто отодвигание проблемы подальше. Проблема никуда не ушла. Всем придется болеть, всем придется стариться, и всем придется умирать. Так вот, смотрите, вот я сейчас пел, и буквально прямо сейчас, и радовался. Внутри мы все тут радуемся, постоянно увидите, да? Потому что вот то, что мы сейчас занимаемся, это и есть путь в бессмертие. То, чего люди больше всего мечтают, фильмы какие-то снимают, всякие дурацкие. Значит, про то, как там люди кого-то там заморозили, он потом отморозился через 200 лет. Ну, фантастический фильм. Люди хотят жить вечно. Это естественное желание. Почему? Потому что мы и так живем вечно. Люди живут вечно. Но только не люди, что он видит, когда мы сейчас есть, а душа, которая находится внутри. И эта душа на самом деле мигрирует в разные тела. Она была во всех полных животных. Мы уже были полубогами, мы уже были на райских планетах, на адских, мы уже везде были. И нашими возможными все вместе как мир, вся эта земля. Так вот, когда мы поем Харе Кришна, мы ощущаем свое сознание и сердце от вот этой вот обусловленности тем, что мы являемся это телом. И когда мы это понимаем, что мы не являемся телом, а являемся душой, а тело это просто машина, в которой мы ездим в этой жизни. И мы осознаем, кто такой Господь, который все это создал. Вот тогда наступает отрезвление, просветление. И тогда человек освобождается от необходимости снова рождаться в этом материальном мире. Этот материальный мир – это как вокзал. На вокзале люди обычно не устраиваются, не покупают квартиру на вокзале, не разводят там палисадник. Купил билет, уехал. Вот эта земля – это тот же самый вокзал. На этой земле люди приобретают карму, либо хорошую, либо плохую. Вот те, кто грешат, они идут в адские миры, но ненадолго, не бойтесь. Потому что это наказание, но наказание любое, оно не может быть вечным, потому что это глупость, да? Один рождается где-то в семье алкоголиков, где-то в теплотрассе, он сразу, его путь понятен, он в зону пойдет, там кого-нибудь грохнет, его потом грохнут. В общем, жизнь быстро закончится. А другой рождается с золотой ложкой во рту, да, в семье каких-нибудь благочестивых людей, богатых, там, прочее. Это же несправедливо. Где справедливость? Где справедливость? Вы знаете, где справедливость? Этот мир чрезвычайно справедлив, потому что наше рождение определяется нашими поступками в прошлой жизни. И это есть наука. Но ни одно учебное заведение в этом мире не учит, как стать счастливым. А что значит стать счастливым? А это значит осознать свою вечную природу, живой души. Это значит, что я живу вечно. И это значит, что осознать, как нужно жить. Избавиться от всех видов грехов. Мы же тут весело живем. Мы поем, танцуем, очень хорошо кушаем. Лучше, чем все остальные, потому что ведическая кулинария, вегетарианская, она настолько разнообразна, что ни один человек, который привык к традиционному питанию, он даже рядом не понимает, что это такое. У нас замечательное общение, потому что сотни людей, которые избавились от всех интоксикаций, которые избавились или хотят избавиться от дурных привычек и приобретают качество святых личностей, потому что ведут чистый образ жизни. И вот в этом обществе, вот под песни и пляски, мы просто собираемся и уходим в духовный мир. Мы идем в духовный мир. Нам не хочется больше здесь рождаться. Поэтому мы выходим сказать об этом людям. Потому что в 21 веке уже неприлично знать, что мы живем один раз. Ну как-то люди думают, что мы один раз живем. Это как-то уже, как это сказать, некультурно. Потому что можно набрать реинкарнации, там вам куча всяких примеров, как это люди помнят свое прежнее рождение. Можно набрать различные другие науки, философии, где вам расскажут, что мы живем вечно. Но единственный момент, что в это время, в которое мы живем, очень много лжи и лицемерия и обмана. И очень люди хотят просто для того, чтобы иметь деньги и последователей, всякую чушь несут. А истинное знание, его нужно до него докопаться. Это какая-то милость особенная. И вот то, что мы выходим сюда и поем, и каждый, кто услышал сейчас Харе Кришна из уст людей, которые идут к Кришне, эти люди, первое, вернутся к Богу, может быть, не в этой жизни, но точно. Второе, они получают благочестие, которое сжигает их прежние грехи, и они становятся способными воспринять все то, что я сейчас сказал. Но лучше всего слушать эту песню, потому что она больше всего приносит счастье, радости и понимание. Когда мы поем Харе Кришна, наши грехи сгорают, и ум очищается, и сердце очищается для восприятия трансцендентного знания. Поэтому мы пойдем дальше петь,
оставайтесь с нами, мы до 6 часов здесь будем гулять, сейчас на плотинку пойдем и так далее. Спасибо большое. И каждую субботу с часу до 6. Сначала мы надеваем аккордеон.